Итак, Blender 2.91, вот такая информация, это ржавчина на нырке. Вот так все это дело тут выглядит. Ржавый нырок. Есть информация, ролик снимать не буду по этой теме. Просто если кому-то нужно, я вышлю ссылку на оригинальный ролик, просто посмотрите. И тут все очень просто оказывается, как делать. Так, а рассмотреть в этом ролике хотелось вот какую информацию. Вот есть у нас персонаж, все подгружается, он раскрашен, все с текстурами, все нормально. Есть вариант, когда вы подгружаете, и он вот в таком виде. Вот такой вот вид. От чего это и как все это дело подправить? Да, можно, как я раньше делал, по-тупому выбирать какую-то деталь. Допустим, выбираем доспех, заходим в шейдинги и здесь вот опять подгружаем броню. Находим рыцаря, находим броню в папке и вот подгружаем. Вы видите, что броня установилась. Ну как это все дело сразу сделать? Это мы выбираем, значит, файл, находим external date. И находим find missing файл. И находим вот эту папку, в которой находятся все вот эти текстуры. И просто одновременно применяются они ко всем вот этим саптулам. Вот такая штука. Все быстро, все классно. Не надо каждую текстуру подключать заново. Все, всем пока, до свидания.